Президент в'їхав у город. Население ушло в отпуск, на площади дымились цветы. Все было неестественно мирно, как в кино, когда ждет западня. Часы на башне давно били полдень какого-то прошедшего дня. Капитан Воронин жевал травинку, задумчиво смотрел вокруг. Он знал, что все видят отражение в стекле, все слышат неестественный слух. Но люди верили ему как отцу, они знали, кто все должен решить. Он был известен как тот, кто никогда не спешил, когда некуда больше спешить. Я помню, кто вызвался идти первым. Я скажу вам их имена. Матрос Егор Трубников и индеец острие бревна. Третий был без имени, но со стажем 1500 лет. И прищурившись, как Клинт Иствуд, капитан Воронин смотрел им вслед. Скачут, как блохи, хорошие и давние сны. И когда показалось облако пыли, там, где расступались дома, дед Василий сказал, до конца охренев, наконец-то мы сошли с ума. Приехавший соскочил с коня, пошатнулся и упал назад. Его поднесли к капитану, и вдруг стало видно, что Воронин был рад. И приехавший сказал о том, что я видел, я мог поговорить целый год. Суть в том, что никто, кроме нас, не знал, где здесь выгода, даже мы не знали, где вход. На каждого, кто пляжет русалочи пляски, есть тот, кто идет по воде. Каждый человек, он как дерево, он отсюда и больше нигде. А если дерево растет, оно растет вверх, и никто не волен это менять. Луна и солнце не враждуют на ней, и теперь я могу их понять. Наверное, только птицы в небе и рыбы в море знают, кто прав. Но мы знаем, что о главном не пишут в газетах, и о главном молчит телеграф. И, может быть, город назывался Мальпасу, может быть, Матрёнин Посад. Но из тех, кто попадал туда, еще никто не возвращался назад. Так что нет причин плакать, нет повода для грусти. Теперь нас может спасти.
прости только сердце, потому что нас уже не спас. А сердцу нужны небо и горки, оно не может жить в пустоте. Как сказал один мальчик, случайно выше при этом отныне, все мы будем не те. Любимые, здравствуйте.